Кадетская школа-интернат номер 9, Московский пансион государственных воспитанниц, открыта 1 сентября 2004 года в соответствии с приказом Департамента образования Москвы. Канун юбилея корпуса хочется подвести некоторые итоги. Все идеи, которые были заложены в 2004 году при создании кадетской школы-интернат номер 9, Московский пансион государственных воспитанниц, остались неизменны. Естественно, что в течение 10 лет улучшилась материально-техническая база учреждения, повысился уровень профессионального мастерства наших педагогов. На данный момент воспитанницы кадетской школы-интерната имеют все возможности для получения качественного образования и проживания. Светлый и просторный учебный корпус с предметными кабинетами, оснащенными современными техническими средствами обучения. Есть большой, просторный спортивный зал и тренажерный зал, светлый хореографический класс и вместительный актовый зал, классический музыкальный салон, литературная гостиная, библиотека с читальным залом, кабинеты обслуживающего труда, биологический, химический кабинет, стадион и утопающая в зелени территория. Уютные спальные корпуса. Программа обучения в кадетском корпусе состоит из двух частей. Во-первых, это обучение по общеобразовательной школьной программе. При этом все педагоги имеют высшую квалификационную категорию и используют современные методики. Воспитанницы углубленно изучают иностранные языки, психотехнику общения, правоведение, этикет и математическую смекалку. Во-вторых, помимо общеобразовательной программы, воспитанницы получают дополнительное кадетское образование. Составляющими этого кадетского образования, с одной стороны, являются основы военного дела и государственной службы, изучение истории кадетского движения в России, строевая подготовка. Огневая подготовка. Фехтование и боевые единоборства. Медицинская подготовка. Но, с другой стороны, также большое внимание уделяется музыкально-эстетическому воспитанию, обучению художественно-прикладному творчеству, гармоничному физическому развитию. За прошедшие годы в учреждении появились свои традиции. Участие в параде на Красной площади 7 ноября. Московскому пансиону государственных воспитанниц
В этом году исполняется 10 лет. Среди воспитанниц 5 лауреатов премии президента России, призеры всероссийских олимпиад, знаменные группы отличницы Наталья Собина, Алина Айсина и Алина Архипова. Принятие присяги на Поклонной горе. Проведение кадетских балов. Празднование Дня корпуса. Систематические выездные концерты для военнослужащих и служащих силовых структур. Традиционными стали также благотворительные акции. Например, такие как концерты и адресная помощь ветеранам Великой Отечественной войны и участникам локальных войн. Вахта памяти. Приглашение ветеранов всех войн на День Победы. Воспитанницы кадетского корпуса принимают активное участие в патриотических мероприятиях, проводимых органами государственной власти, общественностью и ветеранскими организациями. Учитывая специфику кадетской направленности обучения, заключены договора с рядом ведущих вузов, связанных как с силовыми структурами, так и имеющие гражданскую государственную ориентацию. Кадетская школа-интернат номер 9, Московский пансион государственных воспитанниц, выражает благодарность префектуре Юго-Восточного административного округа и окружному управлению образования, родительскому комитету. Среди наших достижений можно выделить следующее. Учреждение является победителем приоритетного национального проекта «Образование-2007». Среди воспитанниц много победителей различных олимпиад, призеров спортивных мероприятий. По результатам ЕГЭ средний балл воспитанниц всегда был одним из самых высоких по России. Все, без исключения выпускницы, продолжили обучение в высших учебных заведениях страны. И, наконец, среди выпускниц за всю историю не зафиксировано ни одного случая асоциального поведения или проблем с интеграцией во взрослую самостоятельную жизнь. Чтобы воспитать нормального человека, не обязательно иметь суперсовременное техническое оборудование, роскошные апартаменты, просто относиться к детям нужно как к самому главному богатству нашей страны. И будет результат в каждой школе, училище, как сегодня в этом кадетском корпусе.